Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гименей, как мы знаем по свадебным песням Алкмана, Сапфо и Феокрита, а также по стихам Катула, на греческих свадьбах существовал обычай возглашать «Гименей, о Гименей». Слово «Гименей» означает «свадебную песнь» и одновременно служило именем бога-покровителя брака. Гименей иногда изображался с венком на голове или в виде мальчика с факелом в руках. Пушкин так писал о Гименее: «Он сын вулкана молчаливый, холодный, дряхлый и ленивый, ворчит и дремлет целый век, а, впрочем, добрый человек». Рассказы о происхождении Гименея и связи с различными мифическими лицами противоречивы. Гименей считался сыном Аполлона и одной из муз – Каллиопы или Терпсихоры, либо сыном Пьера и Клио. По афинскому рассказу, афинянин Гименей – прекрасный юноша, похищен пиратами на празднике Деметры в Левсине вместе с женщинами и девушками. Во сне пираты были убиты, а Гименей вернул девушек в Афины. В искусстве, на римских рельефах, на одной фреске из Помпеи Гименей изображается стройным ногим юношей с факелом в одной руке и венком в другой, со строгим выражением лица, отличающим его от Эрота. В метаморфозах Овидия он предстает в шафранном плаще. Согласно философу Проклу, Гименей – мысленный брак между Афродитой, Уранией и Гефестом. Ну так вкратце о Гименее. Пока-пока, до свидания.